Вот, приехали на этом замечательном ретро-икарусе. В салоне был легкий запах соляры. Все в лучших традициях классики, присущи только икарусам. Вот он. Вы должны помнить его. Он был штабом на Old Car Fest. Вот он такой красавец. Ну вот табличка осталась, организаторы. Второй эпизод «Обрывки воспоминаний», вы там типа базарите, что мы там плохие, там типа нарушаем ПДД, там якобы, вот, занимаемся фигней, но мы вот еще раз не сидим в выходной день, а едем помогать по приюту в Борьянке для собак, и мы как бы не словом, а это показываем, что мы там какие-то крутые и хорошие, мы показываем своими поступками, то, что мы хотим, чтобы эта наша страна менялась и чтобы это люди занимались это хорошими делами. Мы не пишем там это, умные комментарии там, в интернете, там, что нужно ПДД соблюдать или там, быть хорошими. Мы берем и делаем, в отличие от вас. А вы продолжаете это сидеть в ВКонтакте и строчить там шоу соломы, с этой провокаторы, там, бандиты там, и тому подобное. Кормим малышей. В очередной раз повторяю, что 19 числа мы поедем в приют к собакам в Бородянку. Приносите ошейнички, корм, поводочки, все, что у вас есть для собак. Будем поздравлять их с Новым годом. Мы, Lost Solomon's Family, опять едем на автобусе. Подтягивайтесь, не будьте безразличными. Ждем всех.